Друзья, всем привет! Ну что, мы воссоединились с семьей наконец-таки. Находимся сейчас в Египте. Вчера поздно вечером я прилетел один на самолете из Цюриха в Хургаду. Пришел, конечно же, не было уже никаких, так сказать, представителей фирмы, потому что я уже летел один. Вот, в итоге подходит ко мне какой-то мужчина-бедуин и говорит: вот, я тебя сейчас могу довести до любой точки, куда хочешь. Я думаю, ну как я могу с человеком, с незнакомым ехать? Потом думаю, да ладно, была не была. Он говорит: ну я настоящее такси, правда, поверь мне. Я говорю: ну поехали. Договорились за $15, что он меня довезет до отеля. Вот. А по карте, когда мы смотрели, я думал, что отель находится прямо в городе Хургада. Но на самом деле это аж 25 километров от отеля. Вот такая вот красота. Но когда вчера ехал, было темно. А здесь, когда ты едешь, ничего нету. Фонари не горят. Мы едем по какой-то пустыне. 10, 20, 30 минут. И я думаю, все, куда-то меня сейчас увезут, непонятно. Вот, в итоге все. Подъезжаем, значит, к отелю. А у нас отель называется Хавайи Аквапарк Резорт. А он меня подвозит к отелю Хавайи Лаунж Аквапарк Резорт. Я говорю: слушай, это, наверное, не тот отель. Едем дальше. Следующий отель — Хавайи Лагуна Бич. Потом Хавайи еще какой-то бич там. Короче, тут как сеть отелей Хавайи. И они все, так сказать, под одним брендом, но все с разными названиями. Вот, в итоге нашли мой отель. Сейчас я вам его покажу. Зайдем вовнутрь и посмотрим на комнату, да, Веля? Ты комнату покажешь? Вот, приехал вечером, холодина была, наверное, градусов 7, вы не представляете. Вот прям реально холодно было. Хоть шапки ходи. Вот, сейчас я вам примерно улицу покажу и зайдем в отель сам. В общем, получается, по карте, когда мы смотрели, мы думали, что мы практически прям в Хургаде находимся. А по сути, вот, посмотрите, мы находимся на таком пустыре, где вот сеть отелей. Но сам отель очень красиво выглядит снаружи. Вот, смотрите, пальмочки растут, цветочки, водопадики. То есть сам отель выглядит вот снаружи очень классно. Смотрите, каких-то вот туристов привезли. Сейчас из туристов очень много местных людей. Женщины, мужчины приезжают с семьями. Вот, они в своих национальных костюмчиках. Сейчас можете вот это увидеть. Как раз женщины по лесенке спускаются. А сам отель вот так выглядит. Очень красивые водопады здесь, смотрите. Вот, и когда я приехал вчера, как раз успел воссоединиться с семьей, так сказать, увиделись, обнялись, чуть-чуть, конечно, обсудили ситуацию, которая у нас была, происходила. Вот. Но, в принципе, все хорошо, все позитивно. Потом пошли на ужин. И, к сожалению, здесь, в самом отеле, интернет ловит не очень хорошо. Интернет очень плохой, что невозможно даже голосовые сообщения записать. И вот, смотрите, все куда-то суетятся, бегают. Все суетятся, бегают. Видимо, у людей заканчивается отпуск. Вот, сам вот так вот выглядит холл отеля. Очень много местных людей, но я вам хочу сказать, что очень мало все равно людей. Вот здесь вчера было представление, шоу. Вчера было здесь, люди на стеклах ходили. Но моя задача была вчера просто заснять, как сказать, просто найти интернет. И, к сожалению, интернета здесь не было. Вот, смотрите, какие-то соки здесь даются и напитки, чтобы люди могли выпить. Вот он, ресепшн. Я, значит, подхожу вчера на ресепшн и говорю: пропустите меня, у меня здесь ребенок, жена меня ждет, да, Эвели? Рада, что папа приехал. Вот, говорю: пропустите меня, пожалуйста. А они говорят: не пустим, вы опоздали. Ну, давайте сейчас в лифт зайдем. Вот, Эвеля, заходи в лифт. Сейчас мы вам покажем, какие здесь лифты. А, ну вот это вот хороший лифт. Вот, мы живем на 5-м этаже. Сейчас поднимемся на 5-й этаж и поедем.
Ну, то есть, примерно вот такой вот отель, в принципе, все нормально, все классно. Вот. Он, по-моему, 4-звездочный считается. Сейчас мы вам покажем вид из окна. Да, Юля? Покажем бассейны, да, снаружи очень. Снаружи очень, скажи, красиво. В отеле? Но в комнатке мы все покажем, да? Ты уже себя хорошо чувствуешь, скажи, Лиля? Вот, молодец. Чуть-чуть только кашляешь, да? Но сейчас на солнышке выздоровеешь. Вот, все, на 5-й этаж мы поднялись. Вот, сейчас мы выходим. Сейчас покажем, как нам добираться нужно до... Да, переодеваться будем и уже купаться идти. Вот, выходим, значит, в холл. Я вчера не знал, как подниматься сюда, как дойти девчат искать. Они не успели меня встретить, так сказать, потому что, ну, не знали, во сколько я приезжаю. А когда я приехал, тоже не было никакой связи. Нет, мы будем купаться сейчас, конечно. И вот, смотрите, нужно пройти сначала здесь, потом сюда пройти. Потом спуститься вот сюда, вот. Вот. И я вчера не знал, как найти. Я в итоге полчаса потерял, чтобы найти, как сюда забраться. Эвеля, давай слазить скорее. Халло, баба. Вот, убирают комнаты. Надеюсь, что нашу комнату сейчас уже убрали. Давайте сейчас с балкона посмотрим, как выглядит море. Потому что ночью я еще сам не видел. Я вот сейчас с вами впервые буду показывать море. Вот. И здесь у нас как бы небольшой такой... О, вот так вот выглядит, смотрите. Вот эти вот все сети отелей, они, получается, вот один Хавай и другой Хавай. Это уже другая территория. Вот она, наша территория отеля. Вот, можно пройти. Это аквапарк. Сейчас мы его посмотрим. И море. Эвеля тоже хочет смотреть, да? Эвеля, ты аккуратно, одна на балкончик не вставай, давай. Опа, за ручки берем, смотри, как красиво. Вот какая-то территория еще есть, вот с аквапарком. И получается, вот это вот все наша территория. Но здесь мы находимся как бы в таком сквозняке, и тут постоянно дует ветер. Вот, Эвеля, иди постучись к маме в дверку, давай, иди скорее. А то вдруг она голая. И скажи, мама, открывай. Мама, открывай. Ты не голая, Юль? Потому что мы снимаем. Нет, я купаюсь. Давай хотя бы низ не будем снимать. Давай. Вот так вот выглядит наш номерок. О, нифига себе, смотрите, друзья. Что нам здесь положили? Сердечко и цветы. Очень красиво. Привет, Юль. Ну, как у тебя настроение? Хорошее, хотите загорать? Не сильно ты расстроился, что я вчера опоздал? Скажи свое мнение. Может быть, на пляже, будет хорошая погода. И вот это, слушай, там сзади что-то стоит, сейчас люди подумают, что это что-то неправильно. Игрушку, она ночью вот так вот... Это... Да, это игрушка, друзья, не подумайте ничего. Потому что вчера, когда Юля мне показала, я говорю, а что ты себе купила? Нет. Она говорит, это фонарик для Эвели. И слайм мы ей купили. О, и слайм. Покажи, Эвели. Как им говорят. Вот, для Эвели мы сделали здесь тоже небольшую кроватку. Это ее домик, да, Эвели? Да. Как ты здесь классно сегодня спала. Вот, тут крышу даже мы делали из полотенец. Вот так вот все закрыто было. Эвели, давай посмотрим на вид из балкона. Значит, у нас есть балкончик. И вот такая вот красота. То есть здесь видно, смотрите, здесь видно как бы тот место, где люди кушают. Вот оттуда мы сейчас пришли, это ресепшн зона. Второй этаж, где люди кушают. Здесь на этаже люди, получается, живут на этажах. Вот, но я еще раз повторяю, что... Не так уж много сейчас людей, посмотрите, вот вообще мало людей отдыхает, потому что ветер дует прохладно, но очень и очень все равно красиво. Так что пойдем сейчас дальше все это снимать. Да, Эвели? Вот, повсюду играет музыка, повсюду просто... Я узнала, где тут фитнес, короче, фитнес, они вместе с другим отелем работают, и фитнес находится в другом отеле.
типа, просто заходишь на ресепшн, и они говорят, вот там. Ну, круто. Вот, есть здесь также вот такая вот интересная полочка, куда можно положить вещи. Да, но мало мест. Но мало мест, почему-то вот полочек дополнительных нету. Вот, и еще можно здесь открыть. И здесь чисто для пиджаков вешалки. И для курток. Вот, сюда, кстати, чемодан можно поставить. Вот, все. Вот, и хороший такой душ. Душ, туалетик. Вот, все есть. Все, друзья, всем привет. Мы пока вот так одеты, потому что прохладно все-таки еще. Ну вот, а сейчас мы уже переодеваемся в шорты. Ну вот, туалет все есть. Вот, и получилось, значит, на, если взять по деньгам, то по 500 долларов на человека с отелем и с перелетом. На 5 дней, да, Юль, получается? Покажешь, что это такое? И как им играться? Это лизун? По 500 человека, вот такая вот, в принципе, большая, хорошая комната, совсем телевизор есть, на телевизоре только русские каналы практически, ну, русские и египетские, вот, но русских столько, что даже мы не знаем некоторые названия каналов, а так все необходимое есть. Так что, друзья, ждите дополнительных видео, сейчас Савелия что-то еще покажет. А вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте подписываться в телеграм-канал Кузьминов. А мы будем дальше. Эвеля, скажи пока-пока всем. Скажи пока-пока. А потом у Юли интервью возьмем по самочувствию вчера. Да, да, она, да, отдельно я вам все расскажу. Да, расскажет свою версию истории. Я же свою версию рассказал. Все, друзья, всем пока. Удачи и берегите себя. О. Очень развивающая игрушка. О, ты сердечко показываешь. Молодец. Все, всем пока. Пошлите купаться.